Говорит, блядь, что-то тяжело нахуй. Ну он, блядь, тренируется сейчас, пиздец, как ебанутый, блядь. 10 тренировок в неделю, нахуй. Бег, блядь, велик, нахуй. Смотрим, что у него, когда весной придут. Этот клапан открыт? Нормально, Андрюх, направлено? А? Направлено нормально, как думаешь? Да вроде, да? Ну, в принципе, широким углом снимает. Что тут? Всё то же самое? Да, что, блядь, немаловажно. Что, ты пассажиром поедешь или я снимаю? Давай я порулю немножко, потом тебя отпущу. Так быстро не едет, а я боюсь. Я с ним, блядь, вообще пиздец, нахуй. Охерел просто, блядь. Подожди, я сзади. Чё ты мошкаешься, съеби с дороги. Я хочу назад съехать. Я понял, сейчас поеду. Дай вперед маленько. Давай, езжай назад. Трясет. Надо его вперед просто пустить сейчас. Чтоб видеть. Да ему понах. Так, он же как-то с кнопки заводится. Да, вот зеленая. Что-то нету. А ты это? А, блин, на скорости что-то? Да. Считай его. На нейтралочку, на нейтралочку. Ага.
камни попадаются еще. Вперед пытается убежать просто. Вперед наклоняйся больше.